Yeah, now we are still other Basi player as we used to, because we still have contract, and our contract will be running out in a week or so like that. So we are all going on. So we have problem with the trainer. That's why me, Mohammed, Masuru, we are not been training and all this. So it's giving us so much headache, so much problem. So you don't want the foreigner in the team, you don't want everything. So this is why we are getting more problem with him. And we work for him for 2 years, he knows better, even Cassian also. He sent Cassian to Dublin. He don't talk to us, he don't talk to us, he don't want anything. Okay, I understand. Мы так же, как и были, остаемся игроками РДБСИ. Наш контракт заканчивается примерно в течение недели уже. После этого мы собираемся ехать домой. У нас существует проблема с тренером. Потому что у нас у всех, у меня, у Мансура, он не хочет иностранцев в команде. Причиняет нам очень много проблем, создает. Даже даже Касьянова он отправил в дубль. Me, Mansuru, Mohammed, we train alone, we train in the gym because he don't want to see us. We really don't know what happens to him. So we train alone in the gym. So we always go to the gym to train, to keep fit all the time, because he used to tell the fans, we have been injured, we don't do this, we don't do that. So he was the one who sanctioned us not to come to training anymore. So he told us not to come to training, not to do everything. Yes, of course, I have little pain, but I can still go on, still train, still play games. Like Mansuru also have problem with his knee, but it's fine. Mohammed also have a little problem, also it's fine. Even Mukhtar also is from Shemkent here, he also have a little back problem, but he can still go on. But we all don't want to do anything because this guy don't want us to come and train. Okay. Вообще мы тренируемся самостоятельно, так как тренер санкционировал так, что он не допустил нас до тренировок. Мы тренируемся в тренажерном зале, чтобы поддерживать форму. И насчет того, что тренер говорит, что у нас травмы, да, у нас есть незначительные повреждения. У Мансура, у Мухаммеда, несмотря на это, мы можем участвовать в тренировочном процессе, мы можем играть в играх. Однако тренер не желает нас видеть на тренировках. И даже тот же самый Мухтаров, у него есть повреждение какое-то небольшое, но он также может принимать участие в играх. Конечно, неприятно слышать такие интервью. Особенно, когда они не правдоподобны, потому что, что касается тренировочного процесса, то эти двое игроков у нас числятся травмированы уже очень длительное время. Они уже, Гуе Мансу, около 3 месяцев, если не больше. И он делал операцию в Италии, насколько нам известно, он приносил снимки и так далее. Что касается Бабатунды, то он тоже получил очень серьезную травму. Нам привезли его снимки, и у нас здесь сидел наш врач команды, который подтвердил, что мениски внутренние, внешние мениски. И меня очень удивляет меня то, что они говорят, что я их не допускаю к тренировкам. Это совершенно чушь, неправда, как люди травмированные могут принимать участие в тренировках. Поэтому не знаю, что их побудило на это интервью, да, но мне странно слышать, потому что Мансур Гуе, хотя он там мало что говорил, значит, он неплохо себя проявил и в первый год здесь, и вот эта травма его, конечно, выбила из колеи, и то, что я не хочу этих ребят видеть в команде, это просто чушь какая-то нелепая. Мы даже не разговаривали еще, что касается следующего сезона, что касается их пребывания здесь в команде. Поэтому я могу только одно сказать, что это единственный неверный путь, мне кажется, через телевидение выступать и давать вот такие ненужные, неточные сведения для того, чтобы где-то болельщиков где-то переманить на свою сторону. У нас очень дружный коллектив, и именно вот эти ребята, которые
на своих плечах вынесли вот этот весь груз последних игр, и мы, я уже повторяюсь, мы этот сезон закончили очень достойно, и сыграв с Кайратом 0-0, и обыграв здесь Иртыш 3-1, и сейчас сыграл с Актобе 2-2. Я думаю, что это прямое доказательство того, что команда очень дружная, у команды есть характер, и вот эти ребята бьются за команду и готовы биться и в последующем году.